Привет, друзья! Сейчас приготовим классный барбарисовый соус. Небольшой синий лук порежем мелким кубиком. Два зубчика чеснока раздавим ножом и покрошим. Разогреем немного масла и отправляем туда лук. Когда лук совсем немного размягчится, добавим чеснок. Хватит одной минуты. Отправляем все в блендер. Добавляем 2 чайных ложки сахара, 1/2 чайной ложки каенского перца, 1 чайную ложку розовой воды, 4 чайных ложки лимонного сока, 80-100 грамм красного барбариса, бальзамического соуса 50 мл. Оливкового масла 2 столовых ложки. Все хорошо перебиваем. Соус получается вот такой густой. Если вы любите кислые и сладкие соусы, то от этого будете в восторге. С мясом это не просто бомба, это атомная бомба.